Привет всем, с вами Лига Music Wars. Сегодня у нас интересная тема. В общем, наконец-то я добираюсь до основных характеристик. Вообще, ребят, запасы свои, все, которые у меня есть, я сливаю два раза в год. То есть, соответственно, я сливаю перед, допустим, майской акцией и перед новогодней акцией, чтобы посмотреть, сколько ресурсов я могу накопить за полгода. Ну, как бы так сказать-то, когда я забрасывал персонаж, мои улучшения, соответственно, на уровне были очень хорошие. То есть там были 14, я точно помню, было обмена за инъекции, и здесь было 12, ребята. Но благодаря людям хорошим, донатам, которые апнулись на 30 уровень, и они, соответственно, были все сильнее меня, улучшение ушло очень далеко вниз. Что же мы имеем? У нас базовая, соответственно, 40 тысяч здесь, здесь 29, тут 22 и здесь 40. Ну, то есть 40, 40, 30 и 22. То есть мы сейчас будем стараться выходить чуть-чуть немножко повыше, но также будем равняться по характеристикам. То есть 3, 2, 1, 3. Будем примерно так распределяться. И сейчас я шокирую, имею в виду народ, конечно, многие, ребят, улучшение 35. 35 улучшений. Ну, в общем, все сливаем сразу. И начинаем, наверное, с того, чего я сильно не этого и не люблю. Так, базовая мощность 226. То есть, и записываем, короче, все с одного дубля. Так что терпим. 35, нифига себе. Ну, я советую, ребят, вам не копить. Ну, нафиг столько много, короче, получается расхода. Просто тупо у вас залеживается. Надо, чтобы расход этот работал на вас. Многим пора уже кнопку сделать по 100. Или по 200. Чтобы было веселее. Блин, ребят, уже слил столько, смотрите, и все по 35. О, какой я нуб. Представьте, сколько навороченных чуваков пришло сюда на 30 уровень. Даже до 100 даже не дойдет. Да ну, должен. По 35 же уходит. Совсем мало. 24. 23. Блин, быстрее. О, 70 есть. 70. Уже 70, хорошо. Я останавливался на улучшениях за 170, так как у меня персонаж не сильно навороченный. Я подумал, что тогда улучшение будет адекватное. Вот, я дошел, короче, до среднего уровня. Много средняков, кстати, на 30-м, смотри. По 70-нику идет. Ну все, я все солью в ноль. Так как улучшение мне, ну, не нужно, поэтому все буду сливать. Да ё-моё. Я представляю людей, у кого там улучшение за 1400-1700. Быстрее. Накопил, блин. Все, наконец-то. Итого, ребята, 226. То есть 146 тысяч. Ну давай. Та-да! 263 тысячи. Ну, имею в виду 169 атака. Ну, блин. Хорошо, а? Хорошо. Это прекрасно. Так, ну и теперь поехали сюда. Так как здесь сорокатник. Так, во-первых, до тридцатника надо 300 добить. Давай, раз, два, три. 4, 5. Отлично. Так, здесь надо добить до 25 хотя бы. Потому что больше улучшать я не буду эту фигню. 23. 24. 24. Все, 25. 25, 30. Ну все, сюда поехали. 350.
400. 450. 500. 600. 45 000. 45 000 базовая. Семьсот пятьдесят. 800. 850. 900. Че улучшение? 18. Фигня. Вообще фигня. Все. Слил. Так, 45. 200. 45. 30. Так, теперь до 35 надо поднимать ловкость. Отлично. Так, до 35 поднимать ловкость надо. Чтобы потом, ну, адекватно все параметры основные уже на силу потом кидать, и все, и не напрягаться. 33. 34. Все, 35. Отлично. Теперь к 50 можно двигаться спокойно. Ну, мало, конечно, накопил я, но все равно 48. Улучшения хорошо упали. Давай. 51. Отлично. Так, поехали. Ну, я так всегда делаю, ребят. То есть, ну, имею в виду, сливаю. Вам, ну, кто не записывает видео или не ведет, короче, каналы свои на Ютубе, то есть такое делать вообще не надо. Потому что вы проигрываете по характеристикам, ну, то есть это не важно. 30. Продолжаем дальше. Продолжаем. 750. 55. 55. Так, и еще. Почти уже до штуки дошел. Штука. Да, люблю сливать запасы. Прям чувствуется. Так, поехали сюда еще. В ноль. 1245. Улучшение 24. Ну, то есть, теперь осталось ждать новых донатов. И, соответственно, будем копить. Ну вот. Вот так я себя чувствую более-менее. 380 уже. 380 на 32. То есть, это без бафа, без всего. Еще звонки нету. Еще нету, соответственно, облучателя. То есть, очень хорошо. Я думаю, до средних характеристик, короче, в 400 я дотяну. Ну, так, я предполагаю, хотя бы. Но это надо было слить, я уже давно на это планировал. Хорошие, короче, донаты пришедшие. Ну, а, да, хотел показать, ребят. Ну, вот так примерно. 300 у нас получается тысяч здесь. 198 атака. 183. Ну, очень вообще, если честно, прям кардинальненько. Ну, у меня тут осталось колесо. Его я тоже буду выкручивать. Но и буду выкручивать его во вторую волну подарка. Ладно, ребят, всем спасибо, кто смотрел. Пишите, сколько у вас базовые, если кто 30-е есть. Ну вот мои, получается, 57 на 55, то есть на 40. Ну, где-то примерно так. Полгода, ребят, планировал слить этот расход. Давайте, счастливо, счастливо. Ну, комментируйте, хочу знать ваше мнение по поводу слива.